Да, ну постоянно в Испании на телевидении светится. Так, а у нас Надежда Евстюхина, ничуть не менее популярная спортсменка, имеет огромное количество поклонников. Обладательница огромного количества титулов. Двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, призер Олимпийских игр. И первый выход на помост 123 килограмма. Держать, не спеши. Чуть-чуть торопится. Ну, само взятие оставляет надежды. Да, ну, здесь важно очень аккуратно сейчас идти. Помним мы, что Надежда Евстюхина у нас являлась обладательницей мирового рекорда. Сейчас разыгрывает медали, самая легкая. Она легче, чем китаянка, и легче, чем кореянка. Нужно брать этот вес обязательно. Сейчас Надежда на четвертой строчке. В случае успеха гарантированно попадет на пьедестал в этом упражнении. Ошибается Надежда. Да, вот эта ошибка очень сильно может осложнить всю дальнейшую борьбу. Крайне плотные. Ну и в рывке, и в сумме. Китаянка на грани баранки. Держать, удержит. Молодец, Надежда. Фух. Ну что ж, в неплохой форме, можно сказать, находится Надежда Евстюхина. Близко достаточно к своим предельным результатам. Да, в рывке бывает иногда у нее сложности. Ну, сегодня, слава богу, неплохой результат. 126. Заставила понервничать, конечно. Да, поздравляем ее с медалью. А уже вот какой, точно, да, вот какой сейчас все, во-первых, лежит попытка примитивно действовать и задавать темп. Да, но здесь достаточно сложно повторять, потому что Евстюхина идет первой. И именно ей нужно заявлять какие-то веса, а соперники уже будут атаковать. Ой-ой-ой-ой-ой, ну вот как? Вот это неожиданно. Видели мы в разминке 153 безупречно, ой, 150 безупречно, и на помосте. Да, что-то, наверное... Может, не надо было 150 на разминке? Или, может быть, надо было начинать 155? Надежда Евстюхина. Вторая попытка. Смотрим. Нужно исправлять ошибки. Ой-ой-ой. Да что ж такое-то? Ну... Что происходит? Боюсь я, что дело здесь в каком-то психоэмоциональном состоянии Надежды. Те 150 на разминке, это было просто без вопросов. Очень высоко вытаскивает, смотрим, заметный повтор, и проваливается под штангу Надежда выше, выше встречать. Как-то она в гриф, что ли, цепляется и не может отцепиться от него. Я не понимаю, в чем. Да, ну теперь у Надежды Евстюхиной простая задача, ей нужно просто выполнить эту попытку и уже ждать... Ну, что выполнить попытку и как минимум уйти от баранки теперь уже, а какой-то дальнейшей борьбе речи не идет. И сохранить шансы на попадание в тройку. Да, и тут уже будет атаковать ее будет просто дальше наблюдать. Из Северной Кореи, которая была пятой. У нее одна попытка остается. Да. Надо собраться сейчас Надежде.
Надо разозлиться, еще попробовать тащи как-то. Мощно, мощно тащи. И держать. Да, здесь без проблем. Вот почему, почему не в первый раз так сделать? Неужели нужно себя загонять в какие-то условия критические? Только тогда ты начинаешь соображать головой, что ты делаешь. Да, но Надежда уже проигрывает, проигрывает она по сумме. Нет, по сумме первый результат. В толчке, значит, нам показали, просто промелькнула цифра 2.